Мой любимый Сергей Лазарев и потрясающая Ани Лорак. Встречайте! Ура, друзья! Що ж це я не зумів зупинитися вчасно, все ясно, зі мною тепер і назавжди, пізно не йди, не йди від мене. Рам-па-пам-ді-ра-пай, я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є? Ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є? Ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є і ким мене була ти? Далеко. Подойди, пожалуйста, ко мне сейчас. Подойди, подойди, прямо сейчас, сюда. Не, я серьезно говорю, Сереж, я тебя жду здесь, правда, подойди. А давайте Ани Лорак под ваши аплодисменты проводим. Ани Лорак! Самую Сергей красивую, Лазарев! Потрясающую и любимую. Сереж, будь добр, подойди на секундочку, вопрос созрел. Спасибо. Во-первых, огромное спасибо за аплодисменты, друзья, спасибо! Я тебе потом расскажу о вашем номере, а сейчас я тебя жду. Можешь побыстрее. Правда, Сереж, жду тебя. Вот, вот, дорогая вот. Дорогая моя, конечно, к тебе всегда.
А знаете, я вам могу сказать честно, сердечко-то у меня сейчас заколотилось на самом деле, потому что то, что они за Анимороком... Подожди, стой. А, репетировали номер, это, конечно, я знала. Номер, говорит Сережа, сидя дома у меня, попивая чаек, отличный. А вот мощный. Теперь, Лазарев, а вот скажи мне, почему перед Ани Лорак ты раздеваешься догола, а подойдя ко мне, ты одел жилетку? Не, давай уже при свидетелях, что у нас полный олимпийский, все наши друзья, собственно говоря. У нас такой между собойчик, капустник. А, меня раздевать? Ой, нет, подожди. После этого домой вот так не возвращаются. Расскажи, Сереж, а что я еще не дома, хотя, конечно, олимпийский это дом. Что я сейчас увидела на этой сцене? Подожди. Ты вот увидела эти... потрясающий нет, вот эти... номер. Потрясающий номер. Я могу вам сказать, что, конечно, сегодня много номинантов на премию Муз-ТВ. И в номинации «Лучшая исполнительница», но я могу сказать, что лучшая исполнительница Ани Лорак. И мне, я с огромным удовольствием уже второй раз в жизни пою дуэтом с этой потрясающей вокалисткой. С огромным удовольствием разделся догола перед ней, понимаете, да? Ее дома муж ждет. Моя дорогая, ты меня тоже дома ждешь, и перед тобой я раздеваюсь не до середины, а не, до подожди, конца. Нет, подожди, а почему поэтому... ты на сцене-то это до делаешь, конца. И меня позоришь перед всей честной публикой? Ответь мне на этот вопрос. И весь в блестках еще. Это Лорак прижималась, и я прижимался к ней. Нет, я сейчас видела, что это ты прижимался к ней. Вот в чем. Друзья в чем мои, огромное кошмар. Вам спасибо. Увидите Леру. Вот ревность, что с людьми творит. Нет, вот. Это не ревность, Сереж. Слава Богу, это хорошо. Не ревность. О чем ты говоришь? У меня вот там ребята, женихи свободные. Пойдемте, Вячеслав, пойдемте. Давайте Сергея Лазарева проводим бурными аплодисментами. Спасибо, иди, друзья! Сережа, с миром. Иди. Ну что ж, уважаемые друзья.